Ротация? В плане ротации? Я сейчас ничего не могу сказать вам по этому вопросу. Русияда сәфәрбәрлеклә ордуя җәлеп edilerek Украинага göndərilən çağırışçılar мәгълүматсызлыктан шикаятләнер. Хәрби хисселәрнең бирендә мухәрбия юла салыначак әскерләр каршысында чыгыш эдән алай командиры да çağırışçıların суаллары каршысында аҗиз калды. Сагламлыгында проблемин olduğunu диян алай командиры ордуя чагырыларкан ona heç bir мәгълүматын verilmədiyini deyib. O, хәстәлек бәһанә дийл, хамыныз дөүше gedəcəksiniz дия билдирип. Я так же, как и вы, вот 3 дня назад сюда приехал. Выдернут с отпуском, и меня назначили полком, который я даже не формировал ни по мобилизационной подготовке, ни по чем. Я его вообще в глаза не видел. Я вместе с вами с чистого листа работаю. Я не знаю даже, с вами я уйду на задачу или нет, 50 на 50. Или я с вами иду, или я вас передаю. Где передаю, тоже не знаю. Может быть, я с вами туда поеду, вас передам, вернусь. Не знаю. Следом за вами будет набираться еще один полк, здесь же. Главное, чтоб не параллельно. А то будете спать, как в тюрьме по очереди. Шучу, конечно. Шучу. Шучу. Здесь вы сейчас будете до 30 октября. С 1 числа начинается боевая подготовка. Она, в принципе, сегодня началась. С 1 числа начнутся плановые полевые занятия по боевой подготовке. 30 числа будет строевой смотр, акт готовности, и мы поехали. Когда скажут? 30-го, 1-го, 2-го и так далее, не знаю. Куда поедем, тоже не знаю. Чем будем обеспечены окончательно, тоже не знаю. Сейчас пока идет только вопрос вот этого формирования вашего и начала занятий. Все остальное, я думаю, дополнительно нам доведут. Все остальные вопросы по медицине, кто годен, не годен, сейчас подготовим, я начмеду училища звонил, подготовят отдельную справку, какие категории, кто годен. Если есть такие, которые там имеют позвонковые грыжи, пластины в голове и так далее, насколько он мне сказал пока, это категория В по медицине, это значит, вы призываетесь во время мобилизации, все равно подлежите ей. Поэтому не надо рассказывать, что я не могу. Я тоже не могу, тоже грыжи, колени и все остальное. Полуслепой и иже с ними. Живу на таблетках и на блокадах. Поэтому, если я поеду с вами, буду так же, как и вы, выполнять все задачи. У вас я как раз вижу, не переживайте. Даже могу запомнить. Память еще не подводит меня. Будем стрелять, что если я не вижу? Будете стрелять, наблюдателем вас поставить специально, зрение тренировать. Ночное, блядь, особенно. Глаза фосфором обмажете и будете наблюдать.